Знизити тарифи на газ усупереч інтересам товстосумів. Таке рішення має ухвалити влада. У цьому впевнений лідер партії «За життя». За його словами, вже занадто довго фінансові магнати нехтують правами українців. Це просто вже таке, знаєте, преступление високого рівня. Я ще раз хочу сказати всім українцям. Ми добуваємо з вами в нашій країні 20,4 мільярда кубов газу. А потребляємо всі вместе. Плюс бюджетные организации 15,4. Вот по этой себестоимости, то есть с тарифами, сниженными в 3 раза, мы должны идти к населению. Все остальное – это преступная сверхприбыль богачей. Поэтому задача у нас очень простая. Как все нормальные страны, как сейчас сделала Норвегия, мы должны вернуть недра, как это и положено по Конституции, и вернуть их государству, и вернуть тарифы ровно в 3 раза меньше. Проблема есть? Есть. Пострадают человек 15-20 там олигархов. Ну, бог с ними, они пусть потерпят. Чем весь народ будет терпеть. Вот наша позиция по тарифам. Но я считаю, что когда получают люди зарплату, несовместимую с жизнью, когда тарифы несовместимы с зарплатой, то, наверное, кто-то занимается геноцидом народа. И тогда народ должен, конечно, как-то сопротивляться. По крайней мере, мы будем, мягко говоря, готовить акции конституционного сопротивления.